Это, знаете, такое чувство, когда покупаешь батарейку для фотоаппарата новую, снимаешь видео, хочешь его начать монтировать, а потом понимаешь, что там звук не очень. Здрасте, с вами Настя. Сегодня я решила рассказать вам 5 моих любимых блогеров. И самый первый блогер будет девушка. Замечательная девушка, комфортная девушка. И мне она очень сильно нравится. Я буквально восхищаюсь каждый раз, как этот блогер. Анастасия, она самая, она настолько комфортный человек. Мне нравится подача роликов. Смотря ее ролики, ты получаешь наслаждение, удовольствие. И не хочется уходить совсем, и не хочется, чтобы ролик заканчивался. Узнала я о ней от сестры. В 2016 году мы лежали с ней. Я лазила что-то у себя в телефоне, она у себя что-то в телефоне смотрела. И я решила посмотреть, что там она смотрит. Вижу какую-то девушку, вижу, что она о чем-то разговаривает, но я пока не поняла, о чем. По-моему, это видео было... Сейчас не вспомню, какое это видео было. По-моему, это были странные истории. И я подумала, что она мне будет неинтересна. Отвлекла немного подальше. И начала дальше смотреть что-то свое. И буквально через недельку, по-моему, где-то так, мы также с ней лежим. Я говорю, а покажи мне видео, которое ты смотрела. И она мне показала, рассказала самое главное, что я начала под нее засыпать. Для меня тогда это было скучно. Пожалуйста, извините меня, я не хотела, правда, обижать никого. У каждого свои вкусы, но вкусы у меня резко поменялись, и я начала ее смотреть. И смотрю, продолжаю дальше, потому что меня она зацепила. Следующий блогер, о нем я узнала уже сама. В далеком-далеком 2015 году я увлекалась одной вселенной, одной игрой, немножко Фрейди. Я просто так о ней читала много читала. Много узнавала, буквально все от А до Я. И вот я решила посмотреть какие-либо летсплеи по этой игре и наткнулась как раз-таки на видео Брайна. И меня он также зацепил. Потом он начал снимать скетчи, и я еще больше удивилась тому, что он разнообразный, умеет делать контент. Через некоторое время я смотрю, а у него коллаборация выходит. А коллаборация с Анастасис, и у меня это вызвало такой восторг. Я сразу побежала смотреть это видео, отложив все свои дела, делишки. И пересмотрела его где-то раз. Мне очень понравилась первая коллаборация Брайана и Анастасис. Очень сильно. И я рада, что они сейчас до сих пор снимают вместе. И надеюсь, что будет дальше. Надеюсь, что Брайан и Настя будут снимать еще долгое-долгое время. Так вот, Брайан. Я буквально наблюдала за ростом канала. Когда у него заблокировали канал, тогда я просто была в таком афиге. Я просто не понимала, почему. Позавчера у него вышло видео истории его канала. И там настолько было приятных воспоминаний, даже грустные воспоминания были. Это видео вызвало у меня бурю эмоций. Следующий у нас будет не блогер, это летсплейщик. Куплен этот летсплейщик. Он очень комфортный. Он для меня как второй отец. Серьезно. Потому что, смотря на него, ощущения такие, что я сижу рядом с ним и играю в игру. Вот прикольно бывает, вот он чихнет на камеру, скажет ему поздравь, он такой, спасибо, я так умиляюсь. Узнала я о нем, когда решила посмотреть летсплей один хоррор. Я раньше очень сильно увлекалась хоррорами, хоррор-играми, я играла в них. У меня была такая игра, тоже очень любимая на тот момент, это игра «Глаза ужаса». Ее снимали много блогеров, но мое сердечко подсказало, что нужно смотреть именно у него, у Куплинова. Я не ошиблась, я смотрю его до сих пор. Я показала потом сестре. Сестре понравилось, и мы с ней начали смотреть этого блогера и умиляться почти с каждого момента, смеяться с каждого слова, потому что его иногда оговорки или какие-то смешные перепутанные слова. Это так мило, смешно. Нравится мне то, что он каждый год записывает поздравления с Новым годом. И у нас есть традиция, мы смотрим эти поздравления и, соответственно, чокаемся. С фужерами чокаемся.
третий блогер, блогер, которого я узнала как раз таки благодаря видео, переписка с фейками. Было видео, переписка с фейком и мангай. Мне понравилось, очень сильно понравилось. Я решила продолжать смотреть. Также следила за ростом ее канала. Я поняла, что не сказала, какой это блогер. Лена Райтман. Также следила за ее контентом. Также следила за всем, что происходит в ее жизни. Этот человек также для меня комфортен, как и все остальные, которых я назвала до нее. Вот мы подошли к пятому, последнему блогеру. Этого блогера я смотрю больше, чем остальных. Я начала смотреть ее с 2013 года. Катя Клэп. Вконтакте у какой-то девочки было видео. Видео это называлось «Вопрос-ответ». И мне стало интересно. Я посмотрела, и там был вопрос-ответ от Кати Клэп. Мне понравилось то, как она подает свои вот эти вопросы и ответы, и пошла подписываться на ее канал. И в какой-то момент я от нее отписалась. Не помню почему, но, наверное, возможно, из-за того, что мне стало неинтересно. Я заново подписалась в 2019 году. У нее 2020 года видео настолько офигенные. Они взрывают мозг и дают такую мотивацию. Ты просто понимаешь, что хочется делать то же самое практически или какое-то свое дело. И сделать это очень хорошо. И думаю, что смотреть я буду продолжать так же, как и других блогеров, долго. Остальные блогеры, которых я тоже смотрю редко, я бы могла назвать, но не стала, потому что их я смотрю для фона. Иногда просто, когда у других блогеров нету новых видео, я такая, пойду-ка посмотрю другого. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. И вы подпишитесь на канал, поставите лайк, нажмите на колокольчик. С вами, как всегда, была я. До скорых встреч. Пока-пока.